богам. Не отфесты и танибаты. Мы вас любим и целуем. Спасибо вам, что нам позволили победить и поучаствовать на 21-м Нянфесте этого года. В принципе, у нас... Да, онлайн-фест. В принципе, у нас больше нечего сказать, девочки. Ну, как-то еда приехала, можно кушать, наконец-то. Ура! Нехороший человек, который уже открывал эту штуку, поэтому она замотана криво, она изначально была замотана красиво. Ну, ничего страшного. Да, кстати, на случай, если у кого-то стресс, это все несколько метров штук, которых можно вырезки. Владимир, ты меня отправишь потом. Ты уже начала, да? Да, это можно просто на балконы, типа, если кто-то стрессует, он идет на балкон и вот так чего-нибудь. Я буду приходить сюда после работы. Так, все, чеш. Начала снимать стресс. Мне кажется, забывайте меня. Да, мы теряем. Мне честно, меня не спасет это. Да, да. Как-то помочь. Мы мысленно помогаем вам просто. О, так вот что за штучки, которые я в мусор сняла. Да, это они. Я просто говорю, я когда обратно засовывала, забыла некоторые детали. Я надеюсь, что внутрь не попали эти штучки, а они могли. Раздевайся! Ёлочка, гори! Не надо гореть! Жопа уже горит. Я предлагаю ножки. Ну, уже так горит. Наш хэсбэнд это реально не угрызает. Желательно горят. Всегда горят. Итак, мы наконец-таки открыли. Да, ну как? Что в черном ящике? Вопрос! Вообще! Вопрос! Вообще! Уважаемые знатоки! Это елочка! Это Альбатрос! Это гроб! Отдельное спасибо магазину «Все струны» за этот подарок. Я из чехола просто чехолы положу. А моя старая гитара останется без дома. Вот, кстати, подожди! Ее можно в коробке оставить? Гробу. Гробу? Гроб? Ну давайте сделаем из этого гроб, но так, я не знаю, что делать с этим. Ты мне с этого крафтить будешь? Ты мне скрафтишь что-нибудь? Скрафти, пожалуйста. Что можно из этого скрафтить? Ну, у меня это одна деталька, я надеюсь, у тебя все получится. Я постараюсь. Сыграй что-нибудь. Это есть какой-нибудь дизайн, в котором есть Google. Господи, нашли себе развлекало. А, все, мы потеряли это Google. Можно Google? Нет, да, вы как-то отвлеклись от вот антистресса. А, дайте, пожалуйста, антистресс. Я обожаю коробки. О, гитара, зачем она? Зачем коробка тут есть? Это точно пойдет нам на канал, ребят. О, Silent Hill. Вот мы раскрыли следующий косплан. Ой, смотрите, можно из этого лутин сделать. По форме-то похоже. Хорошая коробка. Очень хорошая. Жаркое солнце, +45, собираемся в вагон. В теплых пальто и сапогах, жесткие кресла, окно не открыть, не дошитый вовремя косплей. Косы, катаны и пену в руках. Я еду на фест, мой диагноз косплеер. Я еду на фест, пожелай мне удачи в пути. Пожелай мне. Ребят, мы, наверное, все-таки закончим. Да, в итоге у нас люди не... Как бы по нашему косплею видно, что мы стрессоустойчивые. Да? Серьезно. Серьезно. Вообще, приходите. Это лучше просто приз за гараж. Да, да.